Друзья, всем огромный привет, это новый выпуск Дневника Фаната, и сегодня мы приехали на регби, где наши парни играют заключительный матч против регбиного клуба МГУ. Очень принципиальный матч, на самом деле, парни неоднократно сами отмечали для себя, что для них этот матч с МГУ, он даже наиболее такой жесткий, нежели там тот же матч с регбиным клубом столицы. В общем, сегодня максимальный сбор у нас на трибунах, парни все, несмотря на время, в 11 утра свисток. Все едут сейчас на фили, поддерживают наших пацанов. Ну что, мы очень надеемся, что наши парни сегодня не подкачают. Для вас легкий выпуск, атмосфера праздника. Ладно, друзья, на самом деле очень переживаю за ребят. Парни огромные молодцы. Начинали с нуля, сейчас уже вот до такого они доехали. Дневник фаната, мы начинаем. Сейчас и впредь. Отбросьте каждый балласт, побед и неудач. Сегодня день, он самый важный. Сегодня самый важный матч. И пусть дорога непростая. За клуб, за ромб, за всех, за нас. Вы рветесь в бой, не отступая. И потому вы здесь сейчас. Плечом к плечу стоите снова. Плечом к плечу еще плотней. Все видят смелость в ваших лицах. Здесь только вам присущ успех. Так пусть же громом разразится простой заряд. Один за всех! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Московский Спартак! Московский Спартак! И все за одного! Матч уже начался, смотрите, регбиный матч. Любительский матч, не профессиональный статус. А очередь такая, друзья, как будто, знаете, Спартак ЦСКА на открытии арены, когда еще все ходили. И типа вот уже матч начался, а люди еще идут. Вы сейчас можете посмотреть, какая, короче, очередь. Просто потому что пускают по одному. Everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, this is how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I just stay on the go. I can to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose, none of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they. Да, приехал. 3-0, 3-0. Попытку занесло. Не попытку, штрафной забили. 3-0 счет. Ну, эти должны переходить. Впервые на регби? Почему? Не, я был на дерби с ЦСКА. А, приезжал, да? Ну, как тебе атмосфера вообще? Вообще бомба. Бомба, да? Фана можно, да, сюда приходить? Тут же не требует фана жизни. Нет, любительский штраф. Ну, в принципе, сейчас фанати только на футболе. Ну, точно не приняли, да? Не, ну как, мы же... Нет, ну это, конечно. Хорошая, да? Да? Не хватает, да? Как на Легенды играли с Зенитом. Вообще бомбу сделали. От души, конечно, пацанам тогда. Красавцы, пацаны. Друзья, после регби я немного приболел, поэтому нахожусь дома, монтирую сейчас для вас этот выпуск. И, скорее всего, в ближайшие выходные буду смотреть футбол «Спартак ЦСКА» не в свиней розе, а, вероятнее всего, дома. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вам еще раз напомнить о наших друзьях из букмекерской компании «Винлайн». Помимо того, что парни дарят вам до 10 тысяч рублей фрибет при регистрации, ссылку вы можете найти в закрепленном комментарии. Также приложение «Винлайн» — это единственное приложение в РФ, где вы можете посмотреть такие матчи, как, например, «Реал Барса», или ПСЖ Марсель, Турина Ювентус. Короче, все это вы можете смотреть в приложении Винлайн, чем, собственно, наверное, я и буду заниматься, пока иду на поправку. В общем, Винлайн, вы крутые. Ребят, продолжаем смотреть выпуск. Ссылку закреплю на комментарии. Регистрируемся и проводим эти выходные весело. За ваше здоровье.
You know I'm gonna take the shot. Take the shot. Take the shot. Yeah, kid noon, I been shooting my shot, ooh. The end to it, I been moving the rock, yeah. My shit sweat like I been using a mop, ooh. You get there, yeah, I been proving I'm wrong. I been taking shots and now I'm starting to stutter. Vision getting blurry, I should check my shutter. I'm the cameraman, I need my camera, madam. Shoot my shot like a man's letter. Парни, кто помнит, когда мы в Зелик ездили, мышь-то сломался, да? Сегодня ключевая игра у вас, последняя игра сезона. Да. Парни выкладываются по полной программе, не жалеют себя. Шенгу очень опасный соперник, учитывая их там, ну, опытных игроков, те, которые быстро бегут. Ну, еще в центре, еще тренеры, короче. Ну, они первый тайм чисто в обороне сидели, короче, так посмотрел. Они, мне, конечно, не шарил, но мне показалось, что у них какая-то тактика. Ну, мне, опять же, сложно рассуждать, я не видел. Я просто, это, ситуация почему такая, потому что... По факту они сыграли тут 3 игры, мы 6, то есть я не учитываю игры технические поражения. А в этой лиге так обусловлено, что если команда получает техническое поражение, ей дают 5 очков. То есть 4 очка за победу и одно бонусное. Да, да. А мы, понимаешь, еще сюр в чем заключается, что мы сыграли с этими же соперниками, да, выгрызли эти победы там, и мы получили 4 очка. А следующая игра была, ну, после нас с МГУ у них, и они не приехали. То есть, ну, и вот что Тушина, большой им привет, да, нам, что Соколу большой привет, как бы, ну, парни, так вообще не делается, типа, если вы играете в регби, рубитесь до конца, тем более, что, ну, мы, получается, за вас сейчас должны здесь погибать, как бы, страдать. Следующее, оказывается, для того, чтобы сегодня наши парни заняли первое место и забрали свои золотые медали, нужно было победить, как я понял, минимум в 3 попытки. Так как это своя история, кто в правилах шарит, можете написать в комментариях. К сожалению, во втором тайме МГУ переломили ход игры. Я все равно считаю, что расстраиваться не нужно. Нашей команде 5 лет, и за 5 лет достичь такого большого успеха, как вы можете видеть, приходит очень много болельщиков. Несмотря, что это воскресенье, 11 утра, рубка, все один за всех, поэтому все нормально, все победы будут впереди. Вы красавцы, мужики, блин. Поэтому что, сейчас конец матча, закончим, и какие-то уже итоги конкретные подведем. Спасибо вам! Мы сегодня бились как могли, но мы просрали, блядь, эту победу! Но вам спасибо!
поздравляем вас в любом случае с этим сезоном. Увидеть на своих играх полную трибуну – это уже большая победа. Обидно сегодня проиграли. Расскажи, что не хватило команде и вообще какие должны были быть условия для того, чтобы в итоге сегодня забрать золото? Хорошо, ну условия, я думаю, что все условия были соблюдены, чтобы забрать золото, да? Мы тренировались, было видение игры у тренеров такое, да, получается, мы дали сегодня поиграть всем людям, которые тренировались, чтобы не было, я думаю, там обидно, что вышел, не вышел. Обидно проиграть, во-первых, полные трибуны, я уже говорил, да, ни у одной команды нету такой поддержки. Там уже начали в интернете что-то писать, туда-сюда, не будем пускать на трибуну. Люди не хотят, да, чтобы ходили на регби, чтобы регби было популярно. Хотя я думаю, что этим сезоном, благодаря вам, наши прекрасные болельщики, мы показали, что регби это интересно, регби это можно смотреть. Здесь не нужен фан-айди, здесь можно приходить, общаться с людьми, с кино. Хорошая дружественная атмосфера, но вот просрали, да, вот другого слова в сегодняшней игре нет. Все было хорошо, давили, там, блядь, не додавили, здесь не додавили, там что-то подпросрали, ну, итог все видели под конец, за обе щеки нам дали. Ладно, Миша, не расстраивайся, в любом случае вы большие красавцы. Быть вам спасибо. На одной бровке, ну, это большая честь. Я думаю, что, парни, в следующем сезоне обязательно, если будет даже другой стадион, надо быть всем, поддерживать пацанов, парни бьются. За ромб, а не так. Я сейчас давай вот так вот. Ну, а ты это приблизь, как переходом сделай. Сердечко. Все, друзья, это был Ник Фаната. Болейте за регби, ходите на регби, болейте за Спартак и любите маму.